Мы находимся в Тимирязевском районе, в селе Жаркын. Этот аул принадлежал богатому авторитетному человеку по имени Кошке. Это был бай, глава рода. И надо понимать, что казахский аул – это кровнородственная община, то есть все друг другу приходится так или иначе родственникам. Так вот, сам он умер до начала репрессий, а его семья, конечно же, испытала все тяготы того времени. Его сын сбежал в Россию, а вот другие его богатые родственники, жившие в этом ауле, они, конечно же, пострадали и попали в тот самый спецлагерь, который находился в 3 километрах от аула. И туда ссылали всех так называемых раскулаченных бая и членов их семей. Так вот, жители аула сохранили память о тех временах. И потомки этого самого бая Кошке вернулись на свою родину. Сейчас они живут здесь. И удивительно, но они тоже хранят в памяти события того времени. И в этом выпуске программы мы с ними встретимся, пообщаемся и узнаем, что же им известно. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение как историка о том, какую вот память хранит район о вот институте баев. И я знаю, что здесь было очень много, да, в районе баев, и в этом округе в частности. И вот период был, когда вот спецлагерь был создан, да, здесь. Ну, это такой важный, думаю, этап в истории народа казахского. Вот на примере вашего округа что сохранила вот история? Да, наш аул создавался в 1928 году. Как раз в это время была политика конфискации имущества баев, раскулачивания. И как раз в этот год возле аула построили лагерь. И в этом лагере соседних деревень, соседних аулов приводили баев и с семьями туда заключали их. По этой политике невозможно было всех баев в один день или за один месяц раскулачивать и как бы... Поэтапно работать. Да, и их вот эти имущества конфисковать. И поэтому построили вот такие временные концентрационные лагеры для баев. Вот там и временно держали. Потом уже после некоторых расследований их отправляли в другие области, другие места. Вот ваше село, оно ближе всего расположено к лагерю. Я знаю, что здесь был бай, который создал этот аул. По данным Кошке, у него был свой магазин, он в свое время в город Петропавловск на ярмарку отгонял свой скот на продажу. Но по моим данным, он вроде бы умер в 1917 году. То есть до того, как был создан лагерь. Революции как раз. Живут ли потомки? Да, вот этого потомки рода? Этого рода живут здесь в данный момент. Ну, они вот с России, они возвратились в свой родной аул. Сейчас по программе Рухани Жангру надо, вот, что было раньше, вот, возрождение этого, данный момент, чтобы наши потомки знали, как вот жили их предки. Да, их предки, и как жил казахский народ в целом. Амантай аға, расскажите о том, вот, что вы слышали от аксакалов, от старейшин аула. По рассказам стариков, угу, в этом месте называется Байкала. Угу. Оно вот, в 1927 году всех баев богатых согнали сюда. Угу. С других областей.
не местных, других областей, с Кокшетавской, с Акмолинской области. И здесь к ним приставили охрану, дежурили, ну, их, и они рыли землянки и жили. Кто умирал, хоронили недалеко, есть кладбище. Не все выживали? Не все выживали. Но, ну, там, неугодных расстреливали, тогда отправляли в Сибирь, ну, издевались. Большая площадь была лагеря? Большая площадь, 3 гектара, 3-4, наверное. И получается, здесь же поблизости вот зират находится, да? Зират, 1,5 километра отсюда зират. Род ваш, да, здесь проживал спокон веков Кирей, да? Кирей. Вы на этой земле прожили всю жизнь, получается? Всю жизнь. Отцы, деды, прадеды, все здесь у меня жили. Вы же тоже, получается, относитесь к предкам Кошке, да? Ну, Кошке, он прадед мне. В 27-м году деда приговорили к расстрелу. Он сбежал в Курганскую область. И там вы жили до какого-то периода? Батурино. Ну, село Батурино, да. Он туда сбежал. А семью угнали в Актюбинскую область. Потом они выкупили их. Ну, там золото дали, выкупили и уехали в этот, на Урал. Пришлось много поскитаться. Поскидаться, мы дошли почти до самого Нижнего Тагила. Все, да. Скитались. И когда вы вернулись на родную землю, получается? На родную землю, когда Союз распался, но детям родина нужна. Привез внуков сюда, чтобы у них была родина, чтобы они жили здесь. И получается, на протяжении всего периода, вот сколько ваша семья скиталась, все-таки и передавалась вот эта информация из уст в уста, да, о потомках, да, там передавалась, о семье. Ага. Все-таки вы сохранили историю. Но, ну, сильно не распространялись, боялись говорить. Все равно осталось в памяти. Вот бабушка, она ничего не боялась, она говорила. Открыто? Открыто говорила, вот так и так, так было. Вот, получается, потомков много вообще этого рода? На моих? Да. Да, тут сколько, в Казахстане сейчас 5 семей всего, а в России 12 семей осталось. Вообще же этот аул, получается, был очень крепким, зажиточным, да, в то время? Да, аул был. При Кошкебае, получается. Кошкебае, да. Он скотоводством занимался, возил. В Россию торговал, да? Ну, по ярмаркам. На Марьевскую ярмарку, Пресногорковку гонял, Звериноголовку гонял, до Ирбита догонял. А скажите, пожалуйста, вот аксакалы как-то сохранили в памяти, каким он был человеком, Кошке? Каким он был баем? Аксакалов таких тогда, когда я в 91-м приехал, не осталось, которые почти помнят, да? Его. Хорошо относился, ну, к соседям, к беднякам. Никого не обижал. Заботился. Заботился, говорили так. Вот вы разговаривали вот с выжившим, да, человеком, вот вы говорили, и он видел, он был ребенком в этом лагере. Что вас особенно удивило вот из его рассказов? Можете какой-то пример привести? Ну вот то, что говорил, во-первых, это вот когда закрыли в этом лагере, и первая у них была цель поставлена, вот мы, говорят, ощущали тем, что нас каким-то образом умерщвить, убить. У нас было 200 человек тогда, и надо кормить же их каждый день. А тогда столовые со стороны государства этого не было. А приезжали вот соседних аулов, дальних аулов, родственники привозили пищу на неделю там. Ну, понятно, кочевой народ. Выживали просто. Выживали. Могли, да. И вот, говорит, когда вот он с его рассказов, вот когда, говорит, зима уже начала наступать, уже тяжело было ездить. И тогда, говорит, родственники пригнали лошадей. Вот, говорит, мы вам оставляем, режьте. Вот это вам хватит на зиму. И вот тогда
командир или так, начальник этого лагеря дал команду расстрелять из пулемета. Они расстреляли все этих лошадей. И говорят, мы ночью, говорят, наши вот, он говорит, маленький, но наши, говорят, вот этот старший, говорит, ночью выходили туда и отрезали там, ну как, затвердевшее уже мясо, говорит, конины, и таскали, говорит, и мы это кушали. И потом такой вопрос он говорил. Вот рядом, говорит, лежат небольшие, говорит, вот эти захоронения. Это многие не знают об этом. Тогда хоронить их невозможно было. Зимой, например. В основном гибель людей пошла, говорит, вот именно... По холода. Вот когда холода пошли. Говорит. И тогда, говорит, копать их, там могилы... Земля замерзшая. Замерзшая, это трудно было. Говорит. Просто чуть-чуть скапывали землю присыпали. И хоронили. Говорит. Присыпали. И вот этот тюнпешек, как говорят, тюнпешек вот этот. И многие остались там же. И вот таких... Вот четыре лагеря, которые вот, они все такую же характеристику имели. То есть каким-то образом надо было этих людей, ну, чтобы поменьше их было. Вот вы житель этого села, всю жизнь прожили здесь, ваши родители, наверное, жили здесь, деды, прадеды. И вот интересно вот узнать о том, что сохранилось в памяти народа, да, об этой истории, да, вот о тех событиях того времени. Да. У нас село, конечно, историческое. В свое время здесь жил бай Кушке. Поэтому, этот, как основоположник, это был род Вен. Рядом жил род Утюн. Потом в 29-м году, в общем, собрали на месте этого аула. Еще 7 родов объединили. И этот, село наше образовалось, колхоз в то время. Байкала, это тоже с детства мы слышали от бабушки и дедушки, что было такое место, где собирали всех баев для дальнейшего этапирования в Россию, в Сибирь и так далее. Как вы знали, что это место? Ориентиром было вот это вот священное дерево, да, которое росло здесь? Ориентиром было, да, священное дерево, ну еще и это, в свое время показывали нам в детстве. Конечно, в то время нельзя было про это говорить. Тайком все, да? Тайком, да, потихоньку нам говорили. Вот в этом селе Жаркан, да, и возглавлял очень такой крупный бай Кошке. И вот в одних источниках говорится, что он умер, был арестован и умер вот в этом же лагере соседнем в 29-м году. Но вот его потомки, которые вернулись из России вот в аул, они говорят, что он умер до этого процесса, до создания вот этого лагеря. А его сыну удалось сбежать в Россию. И вот благодаря этому они как бы выжили, их род выжил, и они вот вернулись снова сюда жить. Вот получается, таких фактов, наверное, да, много, которые нужно еще уточнять. Да, конечно, очень много. Вы знаете, мы работаем у себя в областном архиве документами. Очень большой объем документов мы нашли в районных архивах. То есть, если кто-то приходил в город Петропавловск, работали, это одно, а районы, они вот... Оставались нетронутые, и очень уникальные документы мы тоже выявили. Мы сейчас собираем эти материалы и собираем в единый фонд репрессированных. Этот очень будет удобный для того, чтобы провести работу, поиск по ним. У нас очень большой объем документов находится в департаменте полиции. Многие те, кто... были объявлены, вот, конфисковали, они избежали, бежали они. Некоторые организовывали так называемые группы. Советы их пишут как банды. Вот таких банд формирований против советов, против коллективизации на территории нашей области их было очень много. Мы только на сейчас выявили количество 11. И среди них, пытались противостоять. Да, да, они противостояли. И среди тех, кто вот, их, конечно, арестовали, многих, вот 11 я говорю, они были арестованы, действовали они на территории Северного Казахстана, Карагандинской области, часть вот, территории Омск захватили, и зачинщиков до 9 человек расстреляли только в одной вот такой организации. Поэтому было такое сопротивление.
С другой стороны, вот это документы департамента полиции. Есть документы прокуратуры, которые говорят о том, что было сопротивление, когда не выполняли планы хлебозаготовок, мясозаготовок, и тогда применяли закон, строгий закон, жестокий закон, он так называемый закон о трех колосках 1932 года. И вот эти документы тоже в очень большом количестве хранятся в департаменте полиции. Мы знаем, что очень большой объем документов хранится в ЦГА, республиканском архиве в Алматы, центральном. Есть документы, хранятся в Москве вот, по конфискации и по тем жалобам наших крупных баев, представителей крупных баев, жалобам по незаконной конфискации. Они находятся в Москве, в Российском архиве, государственном архиве ГАРФ.